Во вторник вечером ивановский текстильщик провел очередной матч первенства России. На своем поле наша команда встретилась с футбольным клубом «Питер». Уже на 16-й минуте мяч оказался в гостевых воротах. Автор гола Александр Барунов был, как всегда, скромен. Да все голы командные. Сергей Сачук хорошо подал, мне только нас с линии ворот голову подставил, забил гол. Сам не ожидал даже. Позже выяснилось, что этот гол был первым и последним в матче. Хотя гости, видимо, решив, что терять уже нечего, отчаянно атаковали нашего голкипера. К счастью для ивановских болельщиков, ворота красно-черных остались неприступными. В целом, победа над аутсайдером турнирной таблицы далась текстильщику с трудом. Второй тайм очень неубедительный с нашей стороны. Отсюда такая нервотрепка. Если в первом тайме более-менее спокойно, то второй очень нервный просто из-за наших ошибок. Сами себе создали проблемы. Но, тем не менее, мы победили и заработали 3 очка. Эта победа, к сожалению, никак не изменила положение текстильщика в турнирной таблице первенства. Он по-прежнему занимает 3-ю строчку. Следующий матч красно-черных состоится 29 апреля на выезде в городе Вологда. Наталья Романова, РТВ Иваново.